Всем доброго времени суток, это Gadget X. Компания Acer объявила о начале продаж в России нового игрового компьютера Predator Orion 9000. Он выполнен в фирменном агрессивном дизайне, присущем линейке Predator, и оснащается процессором Intel Core i9 Extreme Edition и двумя видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. При этом производитель заявляет, что стоимость новинки сопоставима с ценой на самостоятельную сборку такого компьютера. Predator Orion 9000 на сегодняшний день является самым высокопроизводительным компьютером Acer. В нем предусмотрена возможность установки до 4 видеокарт уровня AMD Radeon RX 580 Crossfire или до 2 уровня AMD Radeon RX Vega и NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Этого должно хватить для любых задач, включая VR, просмотр контента в 4К, запуск последних игр и самого тяжелого ПО для работы с графикой. В максимальной конфигурации установлены процессор Intel Core i9 Extreme Edition и до 128 ГБ оперативной памяти. При нехватке мощности пользователь может нажать на кнопку Turbo для автоматического разгона компьютера, параметры которого настраиваются в фирменном приложении Predator Sense. С помощью ПО можно также отслеживать температуру и производительность установленного в Predator Orion 9000 оборудования. Predator выполнен в корпусе черного цвета с агрессивными обводами, строгими углами и большим окном на боковой панели, через которую видны все комплектующие. Передняя панель корпуса оборудована настраиваемой через приложение Predator Sense RGB подсветкой. В верхней части корпуса есть две ручки, а в нижней колесики для транспортировки. Для установки замены большинства компонентов достаточно просто снять боковую панель. Она же защищает Predator Orion 9000 от электромагнитных помех, а пользователя от излучения, создаваемого компонентами ПК. Predator Orion 9000 уже поступил в продажу по рекомендованной цене в 400 000 рублей за топовую конфигурацию.